Так, дети, вы все? Ну давайте, поехали. Помочь им с другой стороны. Ты тоже на улицу пойдешь? Пошли. Давай, целуй мальчика, вы пошли одеваться. А Гриша? А Григория? Давай, Григорий. Скажи, встретимся вечером, поедем за дедулей, да? Да. Мам, вот на Фудька с нами там остались. Ну, конечно. А вы? А мы нет. А вы куда, домой? А мы сюда. А работать кто будет? Мам, вы оттуда сюда. Гриша, встань в зеркало и поправься, сынок. Ну что, нормально. Правда, кепка, мам, мне кепка не идет. Так. Ты баловаться хочешь? Что там на улице? Рассказывай. Солнышко? Скажи, солнышко. Афуань. Выходит? Ты писать хочешь? Нет, девушке сейчас надо идти к бабушке помогти. Одевай пока. Так, у нас сейчас уже 10:20. Мы все время вязали. Сейчас будем готовить обед. На обед у нас рыбка жареная. Вчера сижу, не ее поняла. Вот рыбка, он там еще была. Родители ему угостили. В общем, немножко приправ, немножко соли. Буду обваливать в муке. И на сковородку жарить. На обед будет такая рыба. Так, а на гарнир у нас в Крыбе будет овощная запеканка. Можно готовить ее из тех овощей, которые у вас есть. Покажи, из чего будем делать мы. Итак, вот, у нас будет болгарский перчик, морковка, картошка, лучок и чесночок. Естественно, еще майонезика немножко. А, и фасоль еще будет замороженная. Все для овощей я порезала вот в таком найсере, хердайсере, как я на него называю. Все здесь будет такой соломкой. Тебе надо? Сейчас я тебе дам. Так, ну что, ой, телефон включила. Навязали мы тут чуть-чуть шпинатика. 100 штук получилось. Ну что, Фанечка, вкусно? Да, скажи, мы обедаем. Рыбка у нас и овощная запеканка. Афонь, ты проснулся? Да. Расскажи, ты будешь работать? Да. А кому ты помогаешь? Да. Дедушке? Да. Это Арчи. Ты Петрушку складываешь? Да. Это Арчи. Да, да. Вот, молодец. Сейчас, еще. Да. Женева Фу. Так, мы сейчас будем уже собираться. Беру чемоданы. Каждому по чемодану сейчас соберем вещи. Так, собрали мы чемоданы. Еще две сумки получилось.
Нет, там и обувь же положила, и галоши им на всякий случай. И такие же сандалии, шлепки. В общем, все, ребята готовы. Так, ну что, мы все собрались. Сейчас уже будем выезжать. Сейчас мы за Кинзой приехали. Сейчас, папуль, мы за Кинзой же. Ну вот сейчас 6:20, мы выезжаем. Вы рады, ребята? Поехали в Ейск. На заправку заехали на Газпром, как всегда, в Каневской. Ура, 9 часов, мы уже приехали. Ура! Да, они же там же с чемоданами же должны же. Что такое? Что такое? Ты проголодался? На, бабушка, я пойду. Открывайте. А вот это собачка! Ой, собачка! Маленькая кнопочка. Афон, тебе нравится собачка? А что ты не нападаешь? Ты задавишь ее. Да нет, нет. Ну, папа, это карлик какой-то. Пошлите. Афон, тебе нравится? А ну, пожалуйста. Мы ее в спальню там закроем. Вот так, вот так. Мама, чем ты платишь, чтобы был пакет на море? Вчера. Я хочу ее сфоткать. Мама, как тут ты где-то сфоткаешь? Афанасий. Ну, пойди, вы не думаете, скажи. Ты что, хочешь кушать? Скажи, кушать. Ням-ням, скажи. Да сейчас я тебе фазилину сам бью. Да, ну, подожди, сейчас чуть-чуть. Слышишь? Антоша, в какой руке? Вот этой. Пошли. Тебе танк? Афонечка. Дежки, только две руки. А то Дежка только в какой руке? И две ноги, две руки, и две ноги. А внука сколько? Мама, ты и танк. Танк, да. Кусай! Поругай, поругай. Гришка. Бегай. Мам, если хотите стать хорошими, если хотите стать хорошими собачками, надо бегать и разминаться. Прыгает высоко. Привет, высоко, да? Вот так вот. Кнопочка, иди ко мне. Кнопочка, иди ко мне. Кнопочка, иди ко мне. Дёшка, там мы сделаем фарши. Чудо в перьях. Кнопочка. Кнопочка, иди ко мне. Мам пытается напасть. Обезьяну, да, похоже? Женёвка. Женёвка, привыкли к жене. Речь, а ты с Женёвой гуляешь? Ну да. Пока не застанешь.
слушай, Вероника. Слушай, папа, ты меня. Папа, отпусти ее. Подожди, я хочу ее раздраконить. Папа. Да я люблю. Уйди. Собака. Папа. Выключайте, ну все, а что? Все. Потому что у нас еще остался... Пикник. Блюдо. Все хорошее? Все. Вот сейчас она спит. Все. Собака. Что ты вот это еще кусаешь? У меня такие руки, что ты, наверное, и не прокусишь, а? Ага. Ля, как она хочет прокусить. Ага. Ага. Что ты вот это? А? А? Не надо, мучить. Молодец, все. Вот. Вот, все. Все, ты хорошая собака. Ну чего ты не включаешь?